Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Старейшая американская газета The Washington Post написала на своих страницах о приглашении Светланы Тихановской на инаугурацию Джо Байдена. Вашингтон, таким образом, по мнению издания, покажет миру, что поддерживает демократию. Авторы данной статьи считают, что США должны проявить солидарность с теми, кто борется за демократию в РБ. Как раз такой заголовок редакция выбрала для своей публикации. В статье говорится о протестах, неутихающих в Республике Беларусь 9 августа 2020 года, а также о жестоких репрессиях, которые проводятся властями для их подавления. The Washington Post напоминает, что репрессии коснулись не только активистов, но и обычных граждан, а также журналистов. Результаты голосования на выборах в Беларуси, как полагают The Washington Post, были сфальсифицированы. Настоящий победитель и легитимный белорусский лидер – Тихановская. К слову, Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом. Об этом Тихановская рассказала в интервью телеканалу Белсат. «Мы планируем встречу с Джо Байденом. У нас есть приглашение на такую встречу», – рассказала Тихановская. Светлана Тихановская всю осень встречалась с мировыми лидерами. С президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузанной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС. Выступила в Бундестаге в формате онлайн в Национальной ассамблее Франции. Кроме того, бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти новым правительством будут пересмотрены все договоренности республики с Россией. Об этом она написала в Телеграм. «О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», – сообщила Тихановская. Она высказалась за дружественные и партнерские отношения с Москвой, отметив при этом, что суверенитет Беларуси не может быть предметом торга. Накануне в Минск прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече с российским министром 26 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в перезагрузке отношений двух стран. Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, но об усилении интенсификации наших отношений, отметил он. По его словам, республика хотела бы иметь не просто добрососедские отношения с Россией, а очень близкие, братские отношения. Лукашенко выразил уверенность, что и Москва хочет сохранять дружественные отношения с Беларусью. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи. До встречи.